Если на исповеди человек забыл, не вспомнил какие-то свои грехи, возможно, не знал в детстве, будучи подростком, во взрослой жизни решил исповедаться, не вспомнил, забыл, не рассказал. Когда человек исповедуется, то, конечно же, ему свойственна, как человеку, забывчивость. То есть он может забыть какие-то грехи и даже в течение всей своей жизни не вспомнить об этих грехах. Но здесь именно для такой ситуации Господь оставил нам отдельное таинство, таинство соборования, которое дает возможность смыть эти забытые грехи и за них не отвечать на страшном суде.